Иваново снова в топе федеральных новостей и снова повод ЧП, на этот раз пожар. Утром в среду загорелась 66-я средняя школа. Очаг возгорания находился на втором этаже здания, в раздевалке. Соседние помещения заволокло густым дымом. Спасатели эвакуировали 256 человек, 200 из которых – дети. Жертв и пострадавших нет. К прибывшим на место происшествия медикам за помощью никто не обратился. Занятия в учебном учреждении отменены. Эвакуированных разместили в соседней школе номер 2. Раздевалка выгорела полностью, в коридорах обгорели стены и потолок. На месте пожара работают следственно-оперативные группы полиции и органы дознания пожарного надзора. Предварительная версия произошедшего – короткое замыкание электропроводки. Пожарная сигнализация работала, сработка сигнализации вышла к нам на 01, собственно говоря, благодаря чему наше подразделение сюда и выехали. После того, как наше подразделение выехали, была установлена связь с администрацией школы, значит, было подтверждено о том, что да, действительно в здании происходит горение, соответственно, дальше стали действовать по отработанному алгоритму. Губернатор региона поручил специалистам комплекса соцсферы совместно с управлением МЧС провести дополнительные проверки пожарной безопасности во всех школах региона.